На Байконуре мы снова потерпели неудачу. Я чувствовал, что Драгович все еще жив. Ты помешался на нем и провел 5 лет, выслеживая его. Он мерещился мне повсюду. Я не мог выбросить его из головы. И других тоже. Мы попусту теряем время. Он голоса. Бредит. Мы накачали русские. Его таким количеством этой дряни, что он не понимает, я что говорит. Эй! Вы кто такие? Что вы от меня хотите? Нам нужны цифры, Мейсон, и больше ничего. Вспомни прошлое, Мейсон. После Байконура ты был послан правительством. Вьетнам. Чёртова Кесань. Это в 68-м? Я был в группе морпехов, нас вел Фрэнк Вудс. Цель — секретная русская база в Лаосе. А твой куратор в ЦРУ, Хадсон, он был в Кесане? Ты его там не помнишь? Хадсон. Ха-ха. Мистер Тень. Бессердечный ублюдок. This is the Psychedelic Music Show at AFVN. I'm Army Specialist Zach Johnson. Our APO here is 96309. If you send a request to that number, what we do is we open it like this. When it arrives, we read it, pull out that record, and play it on the air. Like this one, Fortunate Son by CCR. What song is this? Ну и видок у тебя, Вудс. В джунглях плевать на внешность. Это Вьетнам. Рад тебя видеть. Да, и тебя. Джейсон Хадсон, ЦРУ. Спасибо, что пришли, сержант. Я уже проинструктировал Мейсона насчет ситуации. Расскажу вам остальное. Еще в 64-м. ЦРУ прекратила контроль над операциями в Юго-Восточной Азии. Передали их военным. Тогда появилась спецгруппа морпехов. Кесань не только база морпехов, но и отправная точка военных операций за границей. В Лаосе и Камбодже. Наши операции — саботаж, дезинформация, разведка и спасение пленных. В общем, как обычно. Сюда! Понесли его! Неси его в бункер, я прикрою! Ну! Хадсон упал, а Кесан взяли в кольцо. И все же ты рисковал жизнью ради него. Как ради выбора? Хадсон. Долбаная ледышка. Пытается я и выйти. Кесан был обречен, Мейсон. Надо было оставить его. Он не входил сюда. Очевидно, вы не знакомы с Вудсом. Он знал, что нам нужна наша помощь. Без вариантов. Я жив. Лестницу! Ну, Рокки!
противник мертв. Контакт! Вот цепочек! Угроза устранена. Движение в окопах! Цель поражена! Противнику траншеи! Слизи-то!
противник мёртв. Контакт! Уводим! Противник в траншее! Thank you.
Одна минута. Противник на холме! VS-123. Начинаем заход на цель. Танки, Мейсон! Танки! Танки! Арфлайт наводится на цель. Арфлайт начинает заход на цель. Они что-то замышляют и скоро вернутся. Оман! Ну и видок у тебя, Мейсон. Последствия Вьетнама. Рад тебя видеть, Алекс. Мы хотим поговорить о встрече с русскими в Лаосе. Сегодня царит пилотский хаос, и коммерческие рейсы из аэропорта отменены. Некоторые аналитики... Детское наступление, начало конца. Тогда Америка начала проигрывать войну. Ты вышел на связь с русским перебежчиком в военном комплексе США в Хюэ. Нет. Мы точно знаем, он сдался именно там. Ты был там, Мейсон. Получил данные о Драговиче, полные, но это вас не спасло. А ну заткнись! АСВ окружили город. Они спалили комплекс дотла. Перебежчик точно погиб. Он не погиб! Безнадежное дело, но ты вернулся! Зачем? Он остался без охраны! Я не верил, что он погиб! Я отправился за досье! Батальон попал под маскирование Шнайдер-Герлил и был вынужден вернуться на территорию военного комплекса.